Вы все время носите вот эти медали? Нет, ну как же, я вот сушу там эти вакцины, чтобы это твоя сложная работа, не менее 1%, чтобы была. Понятно, то есть это только сегодня, да? Меня, только да, на праздник? Как меня вызывают? Ну ладно, скажу, что это. Алло, я очень занят сейчас. Володя, это ты, да? Сейчас не могу. По главе с Путиным! Долой Путина! Лукашенко будет президентом нашим! Лукашенко! Вот так! Ура! С праздником! А ты кого представляешь? Российский президент.
росли в это время, воевали в это время, спасали страну, поднимались. Это наша жизнь, это наша совесть. Я так вот могу вам сказать. Наша совесть. Нам было и тогда, период строительства социализма и после войны, ну, вот я как чувствую, что тогда все-таки какая-то справедливость была. Может купить что-то? Нет? Спасибо. Свято верим в то, что придет тот день, когда трудящиеся водрузят знамя, красное знамя победы над Кремлем, когда народы Балтии, изгнав со своей земли своих злобных красноглазых правителей, восстановят памятник великому солдату, советскому солдату-освободителю, отлитому из бронзы, и он гордо встанет законное на свое место. Митинг, посвященный международному празднику солидарности трудящихся, объявляется открытым.